Паоло Виладжо в фильме «Фантоцци берет реванш». В ролях Милена Вукотич, Джиджи Редер, Плинио Фернандо, Анна Мацамаура, Луиджи Петруччи и другие. Авторы сценария: Лео Бенвенутто, Пьеро де Бернарди, Алессандро Бенчивенни, Доминика Саверни, Нери Паренти, Паоло Виладжо. Оператор: Алессандро де Эва. Композитор: Бруно Цамбрини. Продюсеры: Марио и Виторио Чеккигори. Режиссер: Нери Паренти. Каждый год в апреле происходило вступление в должность вновь принятых в разные структуры мегафирмы. Отбор был самый жесткий. В ход шли рекомендации, угрозы, шантаж и физическое устранение потенциальных конкурентов. Новичков встречал, посвящал и подстрекал сам директор Мерзави, Звери, Дерьмови, сеньор Барамбани. Помните, дети мои, будьте всегда бесчестны. Бесчестны? Предавайте своих коллег. Предавать? Избегайте бескорыстной дружбы. Используйте шантаж, подхалимаж и почаще прибегайте к лести. Только так вы сможете достичь командных высот в фирме. Если не будете выполнять эти золотые правила, вот что вам будет уготовано. Фантоцци! Пенсионера Фантоцци мегафирма привлекала только на эти редкие показы. Сколько лет вы у нас в подчинении? Всю жизнь. Я прирожденный служащий. Как вы начинали? Как коврик с надписью «Доброго здоровья» выколотый на спине. Вы делали попытки добиться большего? Нет. Например, продавались ли вы ради карьеры? Нет. И не занимались шантажом? Нет. Доносили? Нет. Писали анонимки? Нет. Простите, но однажды написал. Было дело. И чего вы добились? Меня чуть не распяли в столовой. Почему? По ошибке я ее подписал. Следовательно, кто вы по существу, Фантоцци? Скажите присутствующим. Я скажу, но что сказать? Вы где? Ну, где? Дебет, нет? Вы где? Дерево. Не злите меня, назовите свой статус. Вы где? Вы где? Лей э уна мер. Уна мердаца. Я дерьмо. Мердаца.
Я дерьмо. Я дерьмо, дерьмо. Дерьмо я. Пина? Пина? Уго, что ты делаешь? Я дерьмо. Спусти воду. Но возможность реванша предоставила ему та самая особа, от которой он вообще не ожидал ничего хорошего. Внучка Уго, которая каждую пятницу занималась в балетной школе, а он забирал ее домой, чтобы освободить дочь Марианджелу и зятя Бонго. И сложить, согнуть... Раз и два. Правое развести и поднять. Левое и в сторону приподнять. Вы дедушка? Которая ваша? Моя, ну, моя, вон та, с белым бантом. Вы что, это моя внучка? Ваша, да, но, знаете, просто в пачке они все на одно лицо. Да, вот. Так уж и все. Посмотрите вон на ту уродину. Это уродина, уродина. Ужас. Деда! Так это и есть ваша внучка? Нет, 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 нет. Деда! Она назвала вас деда? Нет, она сказала беда. Ах, беда. Нет, нет, это не моя внучка. И не похоже совсем. Деда, мне жарко. Ну ничего. Сегодня очень, очень холодно, так что крепись. Смотри. Киностудия Маура. Что скажешь? Нет. Зачем ты открыла лицо? Видишь, что ты наделала? Уходим. Стойте. Куда вы? Стойте. На помощь! На помощь! Где она? Кто? Девочка, балерина, та самая. Но моя внучка, девочка Уго, похоже на... Что? Ваша девочка самая красивая. Но... Да, хороша. Дай ему анкету. В понедельник приходите с ней на киностудию. Да, Уго красивая девочка. Но при чем здесь актриса? Послушай, Пина, у меня и в мыслях не было... Что это? Холодный рисовый суп. Да, рисовый вчерашний. У меня и в мыслях ничего не было. Вдруг появились два деятеля и сказали, во-первых, девочка самая красивая, во-вторых, что она хороша. Что они сказали? Я самая красивая. Конечно же, не Шерли Темпл, золотистые локоны, но заметная. И потом, помнишь того с телевидения Харнольда? Черного про него говорили, это карлик. Я помню карлик, а потом он прогремел на весь мир. Знаменитость. Уго, но это же чудовище. Да, а наша внучка не чу... Нет, нет? И со школы тоже будут осложнения. Она уже 2 года второгодница. К тому же есть опасность, что мир кино вскружит ей голову. Пина, я всю жизнь об этом мечтаю. Рисовый суп. Дерьмо.
Я так хочу, чтобы у девочки было все то, чего не было у меня. Ясно? А чего у тебя не было, Уго? Да всего. То есть ничего. У меня ничего не было. А если повезет? Повезет, я смог бы, не знаю, стать ее поверенным, ее агентом, жить по-другому, заправлять деньгами, роскошные машины, актрисой. Но девочка не моя и не твоя. Знаешь, что я сделаю? Позвоню ее матери, и если она согласится, так и будет. Конечно, я довольна. Я тоже всегда мечтала стать актрисой. Что? Тихо, прошу тебя. Нет, плохо слышно, твоя дочь тут шумит. Тихо. А мы едем в кино. Как там Уго? Пока. Пока, папа. Салон для звезд. Фантоцци ринулся в бой. Цель — пробная съемка. Вот по-сарацински. Вот. Как я, дедушка? Ну, простите, но разве вы не видите, что так не видно лица моей малышки? Тем лучше. Лучше? Но что вы говорите? Нет, но действительно хорошо. Послушайте, простите, я несколько обеспокоен. Сами понимаете, это очень важно. Не беспокойтесь. Нет, для меня это очень важно. Ведь эта фотография изменит мою жизнь сразу, понимаете? Конечно, конечно. Я выйду из туннеля. А вы уж постарайтесь. Сейчас, да? Одну секунду. Что, что это такое? Полироид. На пробу. На пробу. Да. Одну секунду. Замри. Я так беспокоюсь. Замри. Улыбка. Что это? Что это было? Не знаю. Да, он как будто плюнул, словно высказал свое мнение о малышке. Киностудия. Все девочки сюда в шеренгу. Родители туда. Так, скорее. Живо. Живо, живо, живо. Прошу, проходите, сеньор. Проходите. Это нет. 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 Вот она. Вот, вот. Прочь. Все уходите прочь. Живо, живо. Давай, пойдешь с нами. Переоденься и прочтешь шпаргалку. Это вы ее родственники? Да. Помогите. Это я. Подождите. Это я, дедушка. Я, простите, я дедушка, дедушка я. Это я. Я дедушка. Я дедушка малышки. Вот типовый контракт. Который этот? Распишитесь за за несовершеннолетнюю. За девочку? Конечно, я ее импресарио. Одну секунду, вот и я. Если хотите, можете снять... Что вы делаете? Кто это, фотограф? Вот, распишитесь. Нет, простите, вот так вслепую ничего подписывать не буду. Идемте туда, там светлее. Приготовиться. Сеньора, вы что? Не трогайте. Прочь, прочь. Что за дела? Как дедушка этой первой актрисы, то есть в начальных титрах, знаете? Ну, как у звезд. Вот, обозначьте. Дедушка актрисы, бухгалтер Уго Фантоцци. Вот так. Хорошо, сеньор Фантоцци. Фантоцци. Поскольку с вашей внучкой мы экономим на гриме, нам даже не понадобятся дублерные опасные сцены. Как опасные? Это что, опасно? При чем здесь это? Вы что, хотите ее забрать? Невелика потеря. Но! В титрах бухгалтер Уго Фантоцци. Уго, начинают, идем. Итак, начинаем. Живо, живо. Простите, как называется этот фильм? Планета обезьян 5. Первый дубль. Планета без... Это часть сериала. Мама, есть хочу.
Сейчас, милая. Но, Уго, наша внучка исполняет роль обезьяны. Нет, это наша обезьяна. Нет, то есть наша... Да какая обезьяна? Да, какая обезьяна? Она дочь обезьяны, а отец американский астронавт. Так что это скрещивание. Гибрид. Гибрид. Еда готова? Нет еще. Поиграй. Есть хочу, мама. Пойдем. Вы что, влезаете, когда мы снимаем? Да как вы смеете? Что это? Успокойтесь, у моей жены приступ клинического расизма. Простите, я сейчас. Пина, я сам вызову защитников животных. Секунду, сейчас, сейчас. Пина. Как же так? В кои-то веки мне подвернулась возможность стать человеком, а ты подрезаешь мне крылья. Что ты делаешь? Да, сдерешь шкуру с малышки. Как? Шкуру? Шкуру малышки? Почему бабушка плачет? Бабушка плачет, потому что я уже не хочу, чтобы ты снималась. Разве я была не хороша? Нет, ты была очень хороша. Как говорил тот сеньор, более того, в этой роли ты просто неотразима. В общем, у тебя все получалось. Но знаешь, я считаю, лучше оставайся обычной девочкой. Так будет гораздо лучше. Давай лапку, руку и пошли. Идем. Самая красивая. Вторая возможность реванша ждала его в засаде, в почтовом ящике. Разрешите? Боже, простите. Пина! 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 Начальник отдела Паулетти в кассе номер 7. Начальник отдела Паулетти в кассе номер 7. Я... Начальник отдела Паулетти... Простите. Пина. Важное сообщение. Твой муж назначен народным судьей, слышишь? Пина, ты жена народного судьи. Пина, не знаю, понимаешь ли ты, это процесс против мафии, против мафиозных убийц, которые убивали детей и совершали зверские преступления. Да, но, Уго, с твоей стороны это неосторожно. Знаешь что, Пина? Это самая осторожность и губит всю страну, ведь в основном люди у нас честные. Давай, 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 я тебе помогу. Итак. Простите, сеньора, где консервированные томаты? Томаты. Вы не видели консервированные... Все такие, я хотел сказать. То есть, нет, пока, до свидания. Но это опасно, Уго. Все-таки суд над мафией. Знаю. Да, знаю, но вот что я тебе скажу. Лучше опасность, чем спокойное болото. Но, черт возьми, как это... Уго! Что это? Где? Где я? Так, я сейчас. Что же это? Уго! Остановите! Стойте! Стойте! Уго! Остановитесь сейчас же! Добрый день. Простите, не подскажете, где судьи? Мартачи Уго?
Как Мартаче? Идите, только вас и не хватает. Что такое? Что это за наряд? Как народный судья. Облачение фантоцци, длинная мантия, выкроенная пиной из старого вдовьего платья ее бабушки. Белый парик английского судьи, на него пошла шерсть из матраца. Весы, взятые на время из соседской аптеки, деревянный молоток для отбивания мяса. Идите к остальным. Что это? Что это такое? Простите, как ее надевать? Как мисс Италия или как мэр? Надену так. Уважаемые коллеги, от имени государства, которое мы здесь представляем, ныне, когда мафиозная сеть распространяется и становится все сильнее, только общие совместные усилия могут привести к торжеству справедливости. И поэтому я призываю вас быть строгими и непримиримыми. Итак, все согласны, да? А вы что, входите или нет? Нет, если, то есть я... Проходите, проходите. Я тут так... Куда мне сесть? Это ваши коллеги. Очень приятно. Чрезвычайно. Очень рад. Очень приятно. Но от имени закона заявляю, я твердо намерен сделать так, чтобы мафия обломала здесь зубы. В зал! Сказали в зал. Пора. Закон един для всех. Приступим к заседанию. Введите обвиняемых. Пошли, живо, живо! 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 Сидеть! Сидеть! Место! Место! Все успокоились. Секретарь, зачтите пункты обвинения. Перед судом предстали Тринакрио Вито по кличке Обрубок, Тринакрио Скаро по кличке Падаль, Мессина Альфио по кличке Насильник, Мессина Сальваторе по кличке Грудебой. Эти члены преступной организации мафиозного толка обвиняются в изнасилованиях, кровопролитии, пытках, убийствах, каннибализме, и это далеко не полный список. Но вы слышали? Он сказал каннибализм. А вы и испугались. Нет. Но... Пина? Пина, где ты? Уго, видишь, какое чудо? Да? И даже сицилийская тележка, они сказали, подарки. А от кого? Прочти записку. Примите, почтенный судья Фантоццо, благоухающие плоды нашей прекрасной Сицилии. Подпись «Группа друзей». Что ты смеешься, Пина? Это же подкуп. Самый натуральный. Они ошиблись адресом. Помоги, Пина. Они не поняли, что судью Фантоцци не купишь. Пусть присылают хоть Этну в упаковке, ясно? Хоть Этну в упаковке. И пасту с сардинками. И пасту. Пасту, да? Ты ее не пробовала? Открой, Пина, живо. Пина, живо.
Они думают, что имеют дело с обычными продажными судьями. Уго, опомнись. Отчего опомниться? Отчего? Будут теперь знать, что такое иметь дело с настоящим народным судьей. Верно, Пина? Будут у меня знать. Я все спустил по лестнице, все сбросил, даже пасту. Ничего себе не оставил. Спасибо. Приготовила мне ванну, Пина. Ты такая... Осторожно, Уго, рыба меч. Пина! Пина! Рыба меч! Пина! Отойди! Больно! Боже! Как больно! Ваше сиятельство Фандоци? Кто вы? Получается, наши подарки не приняты. Кем? Может, они слишком убогие? Вы меня не знаете. Судья Фандоци народный, да. Но чист, как стеклышко, ясно? Дома вас ждет подношение, от которого нельзя отказаться. Кто не может отказаться? Кто не сможет? Пина! Где подарки? Подарки где? Где они? Уго, тебе нравится? Не вздумай даже и примерять. Но, Уго, нет! Не вздумай! Уго, это той сеньоры! В огонь! Все в огонь! Нет! 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 Шубу в огонь! Готово. Будут у меня знать, бандиты. Но, Уго, это шуба соседки. Надо было переставить воротник. Соседки, ничего. Наверняка из искусственного меха, дешевка. Мы ей заплатим, и все. Заплатим. Это королевский ягуар. Ягуар? Сколько стоит? 20 миллионов. 20 миллионов? Пусто, сгорело. Ничего не осталось. Ладно. Отдам частями. Заплачу. Ничего. Зато я показал этим мафиози, что меня не купишь, присылая мне ничего. Подарки. Меня не купишь. Фантоци не подкупен. Знаешь, Уго, самую малость все-таки прислали. Опять рыба-меч? Нет-нет, на кухне. Ну что ж, один. Всего один. Верно, и такая малость. Да. Хоть это прими. Нет. А то они обидятся. Кто обидится? Это называется услада. Услада. Как это называется? Услада. Вкусно. И, скажем прямо, не думаю, что они надеются, что подкупят меня какой-то жалкой сицилийской сладостью. Нет, Уго, что ты? Пополам? Нет, нет, ешь сам. Тебе на один зубок. Все? Ладно, съем. Что это такое? Вот он, подарок, от которого нельзя отказаться. Идиоты. Я их уничтожу. Уничтожу. Уничтожу эти проклятые часы. Уго! Уничтожу. Уго! Не мешай! Где он? Что ты ищешь, Уго? Отойди. Нет! Я вам покажу. Ничего, им хоть бы что. Порошок сотру. Дай мне пресс. Есть ступка. Дай ступку, дай. Живо ступку. Я вам покажу. Будете у меня знать. Но, простите,
Ведь вам их подарили те сеньоры, которые... После попыток подкупа почтенное общество перешло к следующему этапу. Зная, что после смерти комиссара Катани целых 4 месяца Фантоцци носил траурную повязку, ему в постель подложили последнее предупреждение — живого спрута. Пина, ну, Пина, перестань. Пина, да что это с тобой? Чего ты хочешь? Пина, что это? Ну, что ты надумала? Какая ты влажная. Пина, 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 вот так сюрприз. Пина, Пина, Пи. Пина, Пи, 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 Пи. Но... Прости, но раз ты... Ты здесь? Да, Уго, я на страже. Вдруг кто-то влезет. Но тогда... С кем был я? Нет, подожди. Секундочку. Боже, боже, боже. Мама мия, с кем же был я? Боже, нет! Что это? Что это со мной? Я становлюсь сексуальным маньяком. Морским. Нет, просто... Просто морским. Просто морским. Морским маньяком. Во сне народному судье отрезали гениталии. По-моему, обвиняемые тут ни при чем. Это не они. Может, это самоубийство. Но простите, как самоубийство? Гениталии были во рту. Исключительно гибкий самоубийца. Как? Вы слышали? Исключительно гибкий самоубийца. За себя я не боюсь. За кого? Я боюсь окольной мести. То есть такой? И такой. И такой? Если посягнут на мою жену, изнасилуют дочь. Значит, они не только так, но и... Нет, нет, нет. Вчера вечером меня изнасиловали. Как? Изнасиловали? Да. Я специально согласилась на это назначение. Пусть меня насилуют 1 раз, 2 раза, 3 раза, 4 раза, 5 раз, 6 раз, 7 раз, 8 раз, 9 раз, 10 раз. Пусть. Простите, сеньора, а вы не думали, что иной раз надо и чуть-чуть передохнуть от изнасилований? Меня не сломят и не согнут. Ей тоже по вкусу окольная месть. Представляю вам наших новых коллег. Кристально честные люди. Один на место несчастного самоубийцы, другой вместо сеньора Габарделла, который необъяснимым образом ушел в отставку, ибо взлетел в машине на воздух. Но, простите, как это необъяснимым образом? Необъяснимым образом. Ладно. На суд. Признаюсь, я в ужасе. Я так боюсь окольной мести, понимаешь? Боюсь за Угу. Я даже надумал взять в дом, в твой дом, одну гориллу. Нет, 2 горилл, но это все равно. Что такое? Что ему надо? Не уйдешь! Что такое? Что вы хотите сказать? Оставьте нас в покое. На помощь! Пустите! Держите ее крепче. Я ее изнасилую. Давай ты. На помощь, папа! На помощь! Грязные свиньи! Давай ты. На помощь! На помощь, папа! Черт, на нее не стоит. И что теперь? Кого-то надо изнасиловать. Изнасилуем отца, он лучше дочери. Да, да. Как отца? Да, ты прав. Так и сделаем. Марианджело вернулась домой в целости, а Фантоцци из предосторожности купил себе пояс целомудрия.
В качестве вооруженного конвоя он завел себе старого ночного сторожа на велосипеде и покрыл всю машину броней. 6 тонн перегрузки. Увы, это привело его в знаменитые катакомбы Чичилия Метелла. И вот пришло время выносить приговор. Да, виновны. 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 По-моему, абсолютно невиновны. Как? У нас даже показания одного раскаявшегося. Раскаявшийся раскается, повторяю, невиновны, невиновны. Я тоже считаю, абсолютно невиновны. Невиновны, как голуби. Какие там голуби? Они убийцы. Мы заодно. Верно? Да, да, как скажете. Невиновны. Невиновны. Вы слышали? 4-3. Нет, 4-4. Я считаю виновны. И пусть меня насилуют до конца моих дней. У вас решающий голос. Что? Что такое? Итак, виновны или невиновны? Кто? Ведь я эти... В общем, они эти... Плохо, да. В общем, невиновны. Невиновны. И вы туда же. И вы туда же? А кто же убил невинных жертв в баре? Кто подложил бомбу? Кто? Это был... Отвечайте, кто? Это был... Это были злоумышленники. Это был я, сеньор председатель. Я признаю, вызовите стенографистку скорей. Я все скажу. Да, это я подложил бомбу, стрелял, устроил побоище. Я низкий человек. Тюрьма. Проведя полгода в заключении, Фантоцци вышел на свободу. Его признали наполовину умственно неполноценным. Привет, Уго. И Пина сразу отвела его к штатному психоаналитику. Простите, простите, где тут туалет? Я не знаю, простите, простите. Ничего, простите. Что это? Что это за болезнь? Он такой бледный, как полотно. Простите, где профессор? Психиатр. Спасибо. Добрый день, профессор. Добрый день. Вот я пришел. Итак, посмотрим. Отлично, отлично, дорогой сеньор Фантоцци. Фантоцци. Как самочувствие, Фантоцци? Фантоцци. Фантоцци, Фантоцци, я понял. Фантоцци, располагайтесь, ложитесь. Куда? На кушетку, на кушетку. Сюда? Поудобнее, поудобнее. Поудобнее. Дорогой Кампоцци. Фантоцци. Вот увидите, теперь все будет хорошо. Да. Ложитесь поудобнее, так. Готово. Что такое? Расслабьтесь. Отлично. Итак, вы сеньор Бегероцци, верно? Фантоцци. Да, отлично. Возраст? 52 года. 62, отлично. Итак, теперь говорите все, что приходит вам в голову. Свободно, без ограничений, как будто меня здесь нет, хорошо? Да, в общем... Вы по существу один. Да, то есть вас нет, но все туда-сюда... Не беспокойтесь, расслабьтесь, расслабьтесь.
Значит, я... Да-да. Все, что приходит мне в голову. Все, буквально смелее. Но это очень личное. Да, говорите. Фантоцци наговорил на целых 3 блокнота. Он переворошил все закоулки своей души, рассчитывая на хваленую сдержанность психоаналитиков. А теперь вставайте. Хорошо. Но... Простите, все здесь? Скажите... Да? Доктор, значит, после всего, в чем я признался, можно сделать вывод, что я... Можно сказать, что я дерьмо. Что он сказал? Он сказал, что он дерьмо. Не произносите этого слова. Но, простите, это не я. Так меня прозвали другие. Ничего, а вы их не слушаете. Да, но... Ладно, тогда я приму ваш совет, и когда выйду отсюда, пошлю их всех куда подальше. Нет, ни в коем случае не надо никого никуда посылать. Довольствуйтесь тем, что у вас есть, и принимайте себя таким, какой вы есть. Да, хорошо, но... Простите, но таким образом я никогда не избавлюсь от комплекса неполноценности. Но у вас нет никакого комплекса неполноценности. В самом деле? Вы и есть неполноценный. Фантоцци не захотел последовать унизительным советам психоаналитика. До сих пор он жил как кролик, но тут он обратился к тому, кто мог научить его стать львом. Боже, мама. Что еще за ублюдок, черт возьми? Послушайте, сеньор хулиган, это тот бухгалтер, который должен защитить диплом, чтобы стать... Деньги! Кто это? Да, я принес. Фунты, конечно. Конечно. Положи на тейбл. Положил. Это был ужасающий остаточный продукт Италии 90-х. Родина-мать от него отказалась, и он остался в Италии, где использовал свой талант, давая уроки напористости и агрессивности. Вот, я все сделал. Какая гадость. Кто гадость? Ты гадость. Я? Да. Да, справедливо. Одежда гадость. Сними пиджак бухгалтера. Секунду, простите, как снять? Снимай. Что вы... К черту белый воротничок и галстук. Подождите. Ногой, ты еще противней. Это был точный размер? Лечь. Как больно. Ой-ой-ой-ой! Очень больно. Татуировка готова. Больно. Как он? Wonderful. Чудесно. Умопомрачительный опыт, с ума сойти. Но что здесь написано? Не понимаю. Конечно, сейчас объясню, ты поймешь. Вот и хорошо. Каждое утро, когда смотришься в зеркало, говори себе: я люблю Фантоцци. Всех других ненавижу. Люблю Фантоцци. Но, простите, сеньор хулиган, я придираюсь, конечно, но моя фамилия не Фантоцци, как вы изобразили, а Фантоцци. С 2 «ц». Да, Фантоцци. Фантоцци? Да. Секунду. Простите, то есть, что я не... Что вы делаете? Готов? Что вы делаете? Исправляю. Нет, я ошибся. Нет, я люблю Фантоцци. Ведь я Фантоцци. Так, одежда, новый облик. Послушайте, сеньор хулиган. Простите, нет ли чашки? Где туалет? Молчать. Но я уже не... Мочевой пузырь под нестерпимым давлением. Молчать, я сказал. Боюсь, взорвется. Я не могу. Простите, я сейчас. Куда ты делся? Я здесь читаю, просматриваю один ящик, документы, надо написать письмо. Сейчас я. Секунду. Извлеку обрубок. Вы
Вы помните, я говорил, что и так было мало. Теперь пусто, ничего не осталось. Камон, это пошли, пошли. Секундочку, проверим, есть ли остатки. Окей. Я не понял. А что вы сказали? Сейчас зайдешь в магазин. Зайду. И украдешь стерео. И украду стерео. Кради, краду. Красивый, большой, переносной. Красивый. Мой сломался. А, ваш сломался. А без него никак? Боишься? Немножко, да. Выпей пиво, взбодришься. Я тоже выпью. Я тоже выпью, выпью. Пиво. Что еще? Сеньор хулиган, я проглотил язычок. Мне полезно, но для дела... Вперед! Да, вперед, плевать на всех. Сейчас смело зайдем я и вы. Вы и я. Нет, я здесь, а ты зайдешь. А вы останетесь здесь? Я должен пойти один. Ну, я пошел. А можно перекреститься? Ладно, не буду. Я еще не знаю, я же новичок, сеньор хулиган. Сеньор хулиган, я... Я зашел. Готово! Украл! Нагнал ужасу, там все трясутся. За руль садись. За руль, ладно. Лучше бы вам за руль, вы ведь опытнее. Лучше бы... Хорошо. Ладно, включаю зажигание. Что ты делаешь? Завожу, сейчас поедем. Ты выключил. Куда же вы? Вернитесь, стойте. Вы забыли гарантию, чек и сдачу. Квитанция не нужна? Ты купил? Нет, нет, то есть... С исключительной скидкой. Ты купил? Да, сеньор, и еще две батарейки в подарок. Да. До свидания. Две батарейки в подарок. Съешь их, ешь. Ем, я не голодный, хотите? Нет. Ладно, я съем. Вкусно. Уроки покушений на собственность, вандализма и насилия заняли целую неделю. Сегодня разобьешь люстру. Кто разобьет люстру? Ты разобьешь люстру. Я? Простите, нет причин. Тем лучше. Ах, да, лучше, да. Точным выстрелом из рогатки. Точный выстрел из рогатки. Держи. Нет, держите вы. Нет, ты возьми. Я не умею. Научишься, это просто. Просто. Да, держи. Держу. Теперь вложи стальной шарик. Этот я сразу съем. Нет, вот сюда. Так, сюда. Вложи сюда. Да, этот целый шар. Теперь задержи дыхание. Задержу дыхание. Натягивай, натягивай. Натягиваю. Сильнее, сильнее, сильнее. Отпускай. Черт, противно смотреть. Чтобы поупражняться в избиении незнакомцев, была использована знаменитая сцена из одного фильма. Но поезд Фантоцци не отправлялся, а прибывал. Остановился, сейчас пойдет, нет? Когда же он пойдет? Что такое? Вы что, подождите минутку? Нет, это недоразумение. Минутку. Потом объясню. Минутку. На помощь, сеньор хулиган! Кто там? Это я. Уго! Что случилось? Ничего. Так, череда ошибок. Идем, сделаю тебе примочки с борной кислотой. Нет, нет, ничего не надо. Завтра экзамен, буду заниматься. Надо заниматься. Буду заниматься прямо сейчас. Итак, ничего нет. Я пропал. Я не сумею. Он меня срежет. Нет, он не даст мне диплома. А в чем именно состоит этот экзамен, Уго? В чем именно? Я должен ограбить старушку. Насколько старую? Старушку. Старушку. Можешь себе представить, чтобы я ограбил старушку? Да.
Если старушка, это я. Загримируюсь, обопрусь на палочку и... Но, Пина, ты пойдешь на это ради меня? Да. Если тебе это важно, Уго. Жизненно важно. Тогда не переживай, я помогу тебе. И они точно договорились? Спасибо, Пина. О времени и месте. Что такое? Что? Давай, грабь эту. Эту нет, еще не время. Грабь, чего ты ждешь? Подождите, это не Пина, нет, то есть сразу видно, что у нее мелочи нет, так что... Вот она. Вот она. Давай, вперед. Даю. Уго! Уго, я здесь! Чтобы получить диплом с отличием, Фантоцци сложил Пине в сумку все их сбережения. Отдай, пожалуйста. Пожалуйста, отпусти Пина. Сами отпустите, Фантоцци. По трагической иронии судьбы, Фантоцци ограбил порочного герцога-графа Барамбани, который нарядился старушкой, чтобы приставать к ученикам швейцарской школы. Метан нам в помощь дан. Его откопали и припроводили на совет 10 отсутствующих. Встаньте, Фантоцци. У вас другое место. Да, но... Простите, а вы не сердитесь на меня за то, что случилось? Нет, наоборот. Поздравляю вас, Фантоцци. Сядьте туда. Туда? Вы проявили напористость, которой мы от вас не ожидали. Совет извиняется перед вами за эту ошибочную оценку. За все эти годы мы не сумели оценить вас по достоинству. Но еще не поздно все исправить. Официально предлагаем вам высокий, ответственный пост с неограниченными перспективами роста. А теперь, поскольку вы вошли в наш круг избранных, я дарю вам почетный билет клуба «Поло». Полюс. Первое приглашение на четверг. На полюс. Меня пригласили на полюс. Увы, Фантоцци решил, что речь идет об арктическом полярном круге. И явился на санях в собачьей упряжке, с продуктами на полгода и с красной палаткой. Какое чувство юмора. У кого? У вас! А что? Простите, вы сказали полюс, а я не знал, северный или южный. Далеко пойдете, Фантоцци. Карьера Фантоцци. Первый этап. Директор Зверри имел право на секретаршу в мини-юбке, папку на подписи с телячьей кожей и машину с шофером в полном своем распоряжении. Второй этап. Директор, сеньор, инженер, великий Ворри Дерьмови, две секретарши в купальниках, 4 сотовых телефона и папки из змеиной кожи. А также роскошный лимузин с шофером-гомосексуалистом. Thank you.
Третий этап фантоци. Великий мерзавий Вори Махрови. Четыре секретарши Топлес. Папки из человечьей кожи неевропейского происхождения. Персональный вертолет и трое на побегушках. Взятки. Вымогательство. Когда Фантоци получил карету с двумя парами белых и лакеем и право на временную власть, его новые титулы приобрели тревожную окраску. Подставни, подстили и козлотупи. Но... Простите, а что? Простите, почему вы сидите за моим столом? А вы кто? Как это кто? Я Фантоци. А, Фантоци. Нет, Фантоци. Хорошо, хорошо. Что значит хорошо? Это ваша подпись? Да, моя. Идемте, идемте. Куда? Идемте. А вот это? Да, моя. А вот это? Да, моя. Хорошо. И вот это, и вот еще здесь. Идемте, идемте. А это? Это моя. Отлично. А здесь вот моя, это? Моя. Значит, вы отвечаете за все? Ну, здесь все подписывал я. Все-все. Вот, и это. Тогда поедемте с нами. Но в чем дело? Но в чем меня обвиняют? Злостное банкротство. На этот раз его признали полностью умственно неполноценным. Коллегия защитников использовала пронзительные мемуары, заказанные его жене Пини, именно с целью повлиять на присяжных. А один ловкий издатель превратил их в бестселлер литературного сезона, поскольку тема интересовала всех, и прежде всего женщин. Я из газеты, можно вас спросить? Разрешите, Уго? Да-да, у ограды тюрьмы. Сеньора, обнимите неудачника. Выше, выше, покажите книгу. Неудачник, смотри сюда. Пусть он возьмет книгу. Поднимите ее вверх, неудачник. Стойте, стойте. Что вы улыбаетесь? Примите вид неудачника. Вы думали, что станете самым известным неудачником Италии? Название не я выбирала, Уго. Так решил издатель. Прости, Пина, но ты рассказала всем даже про мою интрижку со Спрутом. Но я не хотела задевать твои чувства, Уго. Конечно, ты не хотела задевать мои чувства, но взяла и выставила меня чудовищем, сексуальным маньяком, который путается со Спрутами. Чтобы показать твою наивность, твою чистоту. Да, но так ты показываешь не мою наивность, а только свое безразличие. Можно подумать, что тебе все равно, ясно? Вот это меня и... Ты совсем меня не ревнуешь. Тебе все равно, с кем я сплю. К Спруту, конечно, нет. А с кем, прости, мне спутаться, чтобы ты ревновала? Может быть, надо было с венгерской ломовой лошадью? Ломовая лошадь тебя бы устроила. А теперь спать. Выключи свет и успокойся. Нет, мне не до сна. Сама спи. Спи, я не могу спать. А ты спи. Теперь я для всех дружок Спрута.
Как жить с неудачником и быть счастливой? Отличное название, сеньора, поздравляю. Фантастика. Но скажите честно, как это воспринял ваш муж? Хорошо, сеньор. Очень хорошо. Да? Может, у него и много недостатков, но он человек острого ума. Раз он такой остроумный, то почему же не пришел? Почему? Я его приглашал. Потому что он застенчивый. Да, дерьмо, так и скажи. Не умеет говорить на людях, он очень скромный. В общем, посредственность. Я этого не говорила, сеньор. Но написали. Сеньора, скажем прямо, назовем вещи своими именами. Ваш успех, успех этой красивой книги... Дерьмо и все. Прямо пропорционален неудачам вашего мужа. Простите, сеньора, несмотря на то, что вы написали, если честно, между нами женщинами, вы еще любите вашего мужа? Сеньора, я очень его уважаю. Сеньора, сеньора Фантаци, вы не боитесь, что этот успех, эта книга может отрицательно повлиять на ваш брак? Нет. Нет, конечно нет, что вы. Все станет яснее. Намного яснее. И, следовательно, проще. Проще некуда. Мой долг – призвать вас подумать еще перед таким серьезным шагом. Вы женаты 35 лет. 37, сеньор судья. Слишком долго. Но должно же вас что-то связывать. Физическое влечение. Чувства. По-моему, ваша красивая дочь, внучка, очень переживают. Посмотрите. Одумайся, папа. Ради меня, ради нас. Дедушка. Не надо, милая. Не надо, сеньор судья. Все решено. Может, он и прав. Может, я не была ему идеальной спутницей. Как видно, я ему не помогла. Недостаточно его подталкивала. Житья от нее не было, сеньор судья. Вечно подрезала мне крылья, а теперь еще и ослабила. Может, он имеет право на новую жизнь, сеньор судья. Ну что ж, распишитесь вот здесь. Я могу по-прежнему подписаться Пино Фантоцци. В качестве первого шага на пути к новой жизни Фантоцци не придумал ничего лучше, как оживить старое, давно погребенное чувство. За помощью он обратился к старому другу и коллеге, злополучному организатору технику Феллини. Опять ушла. Фантоцци, где же вы? Не робейте, выходите, Фантоцци. Как вы туда попали, бухгалтер? Как это как? Это вы меня барабаном? Давайте сюда, сюда. Фантоцци, вы хоть понимаете, что вы делаете? Не успели освободиться от одной, уже связываетесь с другой. Простите, она не другая. Не другая. Как? Это сеньорина Сильвани. И что? Как, не помните? Сказочная мисс пятого этажа. Фантоцци, не говорите глупостей. Звать их? Ладно, зовите. Сюда! Фантоцци, вы что, вы опять внизу? Вы опять двинули меня барабаном. Кто? Опять барабаном. Что там внизу у вас? Вы а вот меня. И они, сюда. Какая романтическая музыка. Как? Простите, секунду. Что? Они поют «Моя невеста-старушка». А ведь сеньорина совсем уже... Вам не нравится песня? Да нет, но она может обидеться. Побольше оптимизма, ребята. Да, да. Смуглянка моя, ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь. Смуглянка моя, ты умрешь. Под трамвай попадешь. Простите, Феллини, простите. Простите. Это не только пожелание смерти, но еще и смерти под трамвай. Мне это не нравится. Простите, это же кошмар. Ладно, есть другая. Сейчас сеньорина другую споют. Один глаз у ней стеклянный. Да идите вы! Простите, вы слышали, что она сказала? Очень недвусмысленное предложение. Нет. Хотите что-нибудь повеселее? Да, повеселее. Плясовую? Плясовую? Да. Хотите плясовую? Плешите, плешите. Веселей, плешите, плешите.
Сестра у нее колдунья, дочь у нее горбунья. Простите, как? Пусть замолчат. Она рассердится. Милый Фантоцци, это вы? Зайдите. Но я? А кто я? Прошу. Синьорина Сильвани давно уже пыталась наложить на себя руки. После 10-го предписания о принудительном выселении единственной трагической альтернативой петле был дом престарелых имени святой умирающей. В Фантоцци она увидела неожиданный якорь спасения и решила прилипнуть к нему, как банный лист. Где она? Это я. Милый Фантоцци, это вы? Да, синьорина, какая вы красивая. Спасибо. За что? За что вы говорите мне спасибо? За красивую серенаду. А вы мне мозги не пудрите? То есть вы меня не разыгрываете? Меня? Я? Наоборот. Она такая интересная, странная, особенная. Уж я-то в этом понимаю. На прошлой неделе мне исполнили одну такую на испанский манер. Улет. Как улет? Улет. Садитесь, прошу. Куда? Сюда. Здесь? Да, сюда. Что-нибудь выпьешь? Но... Вы со мной на «ты»? Нет, оговорилась. Синьорина, вы не знали, а я всегда вас вспоминал. Вот так? Более того, я так хочу сообщить вам новость, которая для меня, может, только для меня чрезвычайно важна, но... Да? Для меня уж точно. У меня совершенно другая жизнь. Отныне я совершенно свободный человек. Уродина умерла? Как? Ну, ваша жена, уродина, умерла? Моя супруга? Нет, жива, здорова. Я подал на развод и пришел прозондировать почву. Интересно. То есть, в общем, синьорина, вы свободны? Свободнее некуда. Ну, свободно, 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 свободно. Это невозможно. Такая женщина, как я, не бывает свободной. Простите, простите. Подождите. Сядьте, сядьте. Сейчас я уберу. Что это? Поводок моей собачки. Собачки, собачки. Ох уж эта служанка филиппинка. Подождите. Вечно так увольте все разбрасывает. Ее. Так, готово. Я говорила Фантоцци, что наполовину связано обязательством. Только наполовину? Да, знатный человек. Он предложил мне, как это сказать, все, буквально все. Начиная с загородного дома. Это такая прелесть. Вам очень повезло. А мы? Где мы будем жить, Фантоцци? Мы? Ну, сейчас я. Одну секунду. Сейчас мы все могли бы жить у техника Феллини. Вы его знаете? Да, тот самый симпатичный в очках Феллини. Что? Доставать меня этими дерьмовыми серенадами, чтобы я жила с тобой и с этим полуслепым Феллини? Да к чертовой матери! И тебя, и этого Феллини! Послушайте, синьорина, у меня тоже есть... Я тоже куплю загородный дом. Как всегда, бразды правления взял в свои руки несгибаемый техник Феллини. Он подыскал для Фантоцци колоссальный вариант.
Да где же это место? Это здесь. Здесь? А что, не то? Очень мило, прекрасные виды. Не находите фантоции? Да, достаточно, в общем. И оригинальный дом. Мы почти приехали. Так, фантоции, вот на ту дорогу. Этот проклятый район был единственным, который не удалось осушить ни папам римским, ни позднее Бенито Муссолини. Что такое? Феллини, смотрите, мы погружаемся. Мы что, тонем? Ерунда. Как это ерунда? Это просто кажется. Успокойтесь, сеньорина Сильвани. Да как я могу быть спокойной? Будьте спокойны, ничего не случится. На помощь! Сюда, сюда. Вот мы и добрались до берега. Только берегитесь пиявок. Как пиявок? Вот мы и пришли. Это наш дом. Что? Да это же церковь! Да, но оскверненная. Раньше сюда приходили паломники. Это была церковь святого Златоуста Болотного. Ее переделали, покрасили, и она стала жилым домом. Это и есть ваше приобретение. Да, но я хотел бы от него избавиться. Нельзя, Фантоци. Я уже внес задаток от вашего имени. Вы только посмотрите. Отойдите подальше. Смотрите. Смотрите, какая красота. Будете называть это вашей обителью. Фантоци, что вы делаете? Просто услышал этот скрип, вот и... Шевелитесь, вперед. Откройте мне дверь, слепец. Простите. Я иду. Феллини. Феллини. Знаете, про сделку спорить не буду. Но если можно, я готов отказаться от задатка. Да вы что? Я оставила квартиру, потому что у вас, как вы сказали, оригинальный загородный дом. Какой бы он ни был, вот он! Сеньорина, не надо так. Сейчас я все поправлю. Знаете, что я сейчас сделаю? Сам отвезу вас домой. Да куда отвезете? Куда я поеду? Куда? Феллини, не обижайтесь, дом красивый. Но, увы, раз сеньорине не нравится, я должен отвезти ее назад. Да ты колокольчик! Мило! Как мило! Видите? Его можно использовать вместо банального электрического звонка. Да, простите, сеньорина, но именно для этого его и приспособили. Конечно, конечно. Гость подходит, да? Дергает за веревку и попробуйте, Фантоци, попробуйте. Ну, давайте. Я? Да, тяните за веревку. Я? Нет, я не звонарь. Давайте. Ладно, хорошо. Сейчас потяну, видите, не звонит. А вы двумя руками. Ладно. И тяните. Раз, два, три. Так, конечно, не звонил без языка-то. Сейчас такой звон пойдет. Звонарь. Звонка. Феллини, простите, я... А где тут местечко? Какое местечко? Мне нужно по нужде. По нужде? Какой нужде? Где уборная? А, вон там. В колокольне? Да, не в церкви же, это было бы неуважительно. Как мило. Итак, Фантоци. Очень мило. Поосторожнее с языком. Я же вам сказал. В ушах звенит. Будьте начеку. А где сеньорина Сильвани? Она уединилась. То есть? В одном местечке. Где? Там. Понятно. Понял. Хватит! Вы меня достали! Я ухожу! Как? Ведь теперь все в порядке. В порядке? Смотрите! Да, колокольни с колоколом больше нет. Значит, это настоящий дом. Сеньорина! Что? Простите, поскольку внешний вид изменился, претерпел, так сказать, изменения, это уже не обитель. В вашу честь я назову это виллой Сильва. Сильвани. Понимаете, да? Сильва, Сильвани. Это в вашу честь будет называться эта вилла. В мою честь? Да, в вашу честь. Видите? Сеньорина, это знак судьбы. Прошу вас, прошу, голубки. Сеньорина, вы поняли, кто тут голубок? Голубки. Так,
Прошу, прошу. Проходите. Прошу. Пожалуйста. Поднимайтесь, поднимайтесь. Прошу. Вот так. Фантоцци, вы не возьмете меня на руки? Как супругу. Да, берите ее, берите. Как? Я уже забыл тут. Как это делается-то? Раз, два, три. Да, вот так. Попробуем. Вот. Проклятье! Я что, дрова? Да что вы, как можно так говорить? Полегче, полегче, Фантоцци. Наше гнездышко. Что это? Брачное агентство. Тогда Фантоцци решил найти себе новую спутницу с помощью самых современных технологий. Так, я... Вот, я готов. Язык не слушается. Так, по большому счету, я бы хотел более новую модель своей жены, так чтобы... В общем, моложе, намного моложе и... Родственную душу вам подберет электронный мозг. Сначала ответьте на вопросы анкеты. Это викторина? Знак зодиака. Я мышь. Любимый певец? Это певица Ариетта Берти со своей красивейшей песней «Пока лодка плывет». Пока лодка... Чтобы электронный мозг получил все импульсы, необходимые для самой полной оценки, Фантоцци ответил на целых 1800 вопросов. А потом перешли к снятию соматобиологических данных. Есть один. Есть три. Есть 20. 20? А здесь ничего. Как? Как ничего? Увеличим зону. Увеличим. Ну что? Увеличим еще. Что? Простите, но ведь что-то заметно, нет? Хоть немножечко. На выход. На выход. Держите с нами связь, мы найдем вторую половину вашего яблока. Яблоко? Да. Какого яблока? Ваш женский идеал. Мы сообщим вам все подробности о встрече. Да. Две недели Фантоцци названивал в брачное агентство, и, наконец, вот она новость. Электронный мозг нашел ему родственную душу. Встреча была назначена в апельсиновом саду. Псевдоним сеньоры «Робкая надежда» — его «Рэмбо-39». Опознавательный знак — красная гвоздика в петлице. Но электронный мозг не учел, что в тот же день, в то же время, в том же месте проходила национальная встреча социалисток. Он уже собирался уходить, когда... Рэмбо-39? Да, я... Но Пина... Пина, это ты. А ты Рэмбо-39? А ты Робкая Надежда? Да, Уго. Я тоже попыталась устроить себе жизнь. Знаешь, Марианджела так настаивала. Значит, можно сказать, что по электронному ты ровно вторая половина моего яблока. А ты моего. Сколько из тебя взяли, Пина? Миллион. И с меня миллион. Одно яблоко, 2 миллиона. Грабители. Но, Уго... Если ты и электронному мозгу не веришь, и хочешь найти что-то получше, я уйду. Да нет, Пина, ну что ты говоришь? Электронный мозг не ошибается, и у меня нет надежды. Нет, я хотел сказать, что лучше мне не найти. Нет, секунду, что ты, несомненно, ты единственная для меня и лучшая для меня женщина. А ты уверен, Уго?
Ты всегда был со мной так несчастлив. Да нет, Пина. Я был несчастлив с собой. А если ты меня примешь, я приму себя. Хорошо. Тогда идем домой? Идем домой. Послушай, Пина, я хочу тебя спросить. Значит, можно сказать, что ты меня... Ну, в общем, что ты ко мне... Что ты ко мне испытываешь? Я, Уго, очень тебя уважаю. Любить? Ну, значит, никто меня не любит.